Что он сделал? Чистить 3D-аналог нам необходимы. Защелки, которые будут мешать нам разъединить эти две части, находятся по краям и внизу, где расположены стики. Стоп, стики-то легко засунуть. Она прям там приклеена. Вот как это они так делают легко? Вот тут я поддеваю. У меня сейчас получилось. Вот опять. То есть сейчас сделаю вот так. Опа. То есть сейчас совершенно будет видно. Опа. Поддел. Блин, все равно. Ясно. Я с 10-й в следующем году, скорее всего, буду брать. Ну и вот я поддел... Блин, это не было видно. То есть я сейчас на данный момент поддел. Что она не хочет? Опа. Вот я поднадел. Чё не смеётесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Она не хочет! Что? Что за геймпад такой оригинальный? Он не хочет! Где расположены стики? Как они это делают? Если это не помогает... Да пошел ты в жопу! Нам необходимо разобрать геймпад. Для этого нам необходимо открутить 4 винтика. Основные защелки, которые будут мешать нам разъединить эти две части, находятся по краям и внизу, где расположены стики. Ладно. Ну что, она только пыль убрала. Ясно. Я сейчас просто этот геймпад хочу сломать. Так хочу просто его об стенку сейчас швырнуть. Эти две части находятся по краям и внизу, где расположены стики. Это он делает? Он основные защелки, которые будут мешать нам разъединить эти две части, разъединил. Находятся по краям и внизу, где расположены. Это он так легко делает. Я только пыль собираю оттуда, всю грязь.
разъединяя две части, не забываем про шлейф. Да ладно. Далее отсоединяем аккумулятор и откручиваем. Как болтик, я только что тут проехал. Отсоединяем шлейф тачпада. Да пошел ты в жопу. Сракатанты. Ребят, я сделал, что хотел. Я его заколол! Его тоже за... Жизнь, боль, мудрые слова. Вот я только пытаюсь его... Он кого-то специально, типа... Закрывается, он специально это делает. Я легче сейчас геймпад сломаю. Такс, теперь я все сделал, и что по итогу, я его все равно не могу разобрать, потому что этот сраный низ уже поддеть. Что ты добавил? Мне же это так интересно в данный момент, когда я бомблю. Я сейчас просто все это захлопнул обратно. Так, поднаделаю сейчас. Нет, не добавил. Нету никакого знака вопроса. Нету. Тебя не понять, я сейчас так бомблю вот просто. Я был из тех, кто просто любит жизнь. Как думаешь, что у меня бомбит?
тупой вопрос. Я поддел, и он захлопнулся. Что захлопнулось? Что захлопнулось? А. Я же не вижу там внутренности, я боюсь сломать. Наконец-то! Самое главное, чтобы я его потом собрал. О, еще кто пришел? Привет. Сняв заднюю крышку, аккуратно отсоедините шлейф подсветки. Аккуратно, он такой маленький. Отсоедините аккумулятор геймпада. Он такой маленький, как его? Ну прям ты не вовремя пригласил, я тебе серьезно, вот когда я бомблю. Сняв заднюю крышку, аккуратно отсоедините шлейф подсветки. Я так и знал! Топников, как будто я тебя не знаю, вот серьезно. Я когда бомблю, ты специально включаешь запись. Это классика, блядь! Чтобы вы понимали, посмотрите, как это он легко делает. Отсоедините. А он за провод потянул? А если провод порвется? Ну и хуй с ним. Выкинь его. Пизду. И теперь смотрим, как это все выглядит. Вот эта белая пимпочка, насколько она маленькая, то есть ее трудно оторвать. То есть эта белая пимпочка на маленькой белой пимпочке. Ее как будто поддевать надо, я клянусь. Как это он сделал? Чтобы я вытаскивал какие-то хрени из геймпада. Да как это он сделал? Шлейф подсветки, все, вытащу. Он так дергает за провод. Первая ревизия. То есть у меня глянцевые кнопки они матовые. Это же FAT версия, а не слимка или прошка. Это же родной геймпад именно. Ух, фига, тут стеклышко такое есть. Это же родной геймпад. Это же родной геймпад этого. Во! Смотрите, что я понаделал. Опа, видите, вот, вот это. Это я пытался вытащить. Угу. То есть вот так вот я вытащил. На жесть. Он за провод тупо тянет. Я боюсь провод.
Серьезно? А что, так можно было? Откручиваем винтик, который фиксирует основную плату. Вот, значит, такой. Так, специально, чтобы я не был тупым, вот специальность я покажу. Короче, провод должен быть справа красным. Да, справа должен быть красный провод, когда я буду его засовывать. Красный провод. Вот основной платы. Еще что-то поддевать, твою... Ага, еще. С этим, мне кажется, проблем не будет, надеюсь. Кстати, а я что-то не посмотрел. Да, кстати, ты гений. Три винтика на обратной стороне геймпада. В описании будут оставлены по Philips 0. Нет, у него геймпад как у меня. У него кнопки матовые, не глянцевые. Если они были бы глянцевые, они были бы серые. А по итогу они черные, то есть это глянцевые. Ой, блин! Точнее, это глянцевые, а не матовые. Чё это тупой? Снимаем фиксатор батареи, поддев его снизу. Снимаем фиксатор, то есть. Стоп, а что его держит? Вот опять, как это он легко так сделал? А, ну вот. Смотрите, что я с платой сделал. Вот эта зелененькая. Она беленькая теперь уже. Я думаю, что она не поддевается. Я такой полудурак. Халпа Наруто, ты сын! Так, только Олд понял, что я сейчас ляпнул. Так, стоп. Не, другая должна тут же быть. Я же ее, по-моему, не засовывал. Блин, сраные зубочистки. Валите отсюда в жопу. Вы не помогли. Хотя я вами еще не пользовался. Я только одной воспользовался. Валите отсюда, Петросян, Узбекистан, Армения, Абу-Даби. Стоп, а какую я брал? По-моему, эту. Не знаю. Халпа, это лем из КС-ки, который просто захотел стать пельменем. Фига себе эти все процессоры так. Сюда. Стоп, а как? Ну это легко. Макс Говдес. Что тебе надо, Петросян Узбекистан, Армения, Абу-Даби? Ты полный Петросян Узбекистан, ты что, поднимал всю свою ситуацию, ясно.
Алло. Что тебе надо, Петросян, за пистаром меня было видеть? Я сам не понимаю, что Привет. Ситуация еще, когда ты ко мне лезешь со своими вопросами про пельмени. Капец, вот это реально интересно смотреть, когда ты чисто разбираешь. Это да, с такой плохой камерой. У меня до этого была камера хорошая от телефона. Но потом просто все заело и все. А до этого у меня нормальная камера была. У меня тут книжки стояли. То есть ты перемотай на начало стрима и сам все увидишь. А ты смотришь видос, как кто-то его чистит, и ты повторяешь, да? Да. Ты что думаешь, что я по памяти сейчас все буду это делать? Да. Ты думаешь, что у меня много денег на новый геймпад? Капец. А его изнутри чистить, типа, а как туда пыль тогда попадает, я не понял. Ну, типа, это так же, как с компьютером. Как туда пыль попадает? Через кулеры, а в джойстик-то как? Грязь попадает, потом пыль. Я сейчас просто, когда пытался открутить эту хрень, задний корпус, я просто вытаскивал оттуда не пыль, но грязь. Капец. То есть... Это от PSK3 джойстик, да? Ты дебил. А от какого? От четвертого? Ой, дурак. Ну, чё, я не шарю, дебил. Нет, у тебя IQ как у хлебушка. Ты тупой, блядь. Даже мелкий школьник, а я таких дохрена знаю умнее, чем ты. А геймпад, да, PS4, ну все. Даже название стрима прочитал, уже отгадал. Блядь. Откручиваем винтик, который фиксирует основную плату. Блин, как это он все так поддевает? Я боюсь, что угодно. Прикинь, сейчас реально. Все, очистился вираж, да, и тупо джойстик не работает. Твои действия. Ты специально каркаешь. Тьфу-тьфу-тьфу. То есть я не проверил, а... Блять, у меня все упало. Что? Что, 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 винтики! Что? Винтики! Винтики уронил. Ты говно. Ты винтики уронил. Пошел в жопу. Бля, ебать ты там. Нет. Капец. Вообще не понимаю, что ты там поддеваешь, блядь, чего? Я как будто сам понимаю. А нахуя плату доставать? Смотри, чтобы дойти до стиков. Ой. Что такое стики? Стики. Который Вайкос? Стик. Чего? Че ты сказал, японский ты человек? Айкос — это сигареты такие электронные. Там, да, я заявили... вот надпись, ой, название знакомое, что я забыл. Типа стики — это такие, ну ты понял. Это называют стиками и сосочками. Бля. Халпа позавидовал. Чего? Вся ярость Флойда на канале Халпа. А прикинь, реально, ты сейчас чисто стримишь, да, сам с собой как будто разговариваешь. Зритель заходит такой шизоид. Меня же не слышно. Кстати. Чисто шизоид. Меня слышно, да? Нет. Передай привет своей маме. Сочувствую. Максим, можно ссылку, да, покидаю? Спасибо. Пошел в жопу, ты чё, охренел баню этого? Чего? Лицемерие берет верх. Лицемер. От основной платы. Как это он так легко делает? Снимаем основную плату геймпада. Ну, у него чисто руки уже, ну ты понял, готовы. То есть он эту хрень как-то поднял. При необходимости можно снять стики. Подними ты, какая проблема? Я не могу поднять, я могу только отжимать. Используя ватную палочку, протри. Засчитано. Я такой поддеваю палочкой, палочка сломалась, отлетел в глаз. Ёжик, ты представляешь? Не, прикинь, ты такой поддеваешь, да, и плата чисто пополам.
Если какая-то Я сначала прочитал, я сижу вместе со школьником. Этот способ не спасает в 100% случаев. Кто нарезку делал? Блин, я про этого челика. А, то, блин, я помню, я нарезку пересматривал. Какая же ты тварь, Максим, тогда была вообще. Теперь сижу, блин, играю в Майнкрафт, никого не трогаю, домик строю, и тут резко. Присоединяем шлейф к сенсорной панели. Я не понимаю, как я это сделал. Вы хотя бы комментарии бы написали, чтобы без палева так было. Реально? Я хочу 30, хочу 100. Я вообще хочу Ламборгини. Ебать, ну много это хочешь. Это я тебя пародирую. Не, а, ты чё, блядь, ты чё? Охуел. Ты понимаешь, что это покажу твоим подписчикам? Вся правда. Кого? Я на стриме. У меня такой компромат на тебя есть на старом канале, ой, на канале Топникова, как ты матерился. Чё? Что? У меня компромат на тебя есть. Чё, какой компромат, Антон? Будь хорошим мальчиком, Петрасик. Смотрите, он еще улыбается, он не боится Диану. Вова, стрим, задонать Максиму, быстрее. Да не доставай, ты сломаешь, Максим, снимай, ты сломаешь, не доставай. Максим. Стоп, а если я посмотрю другой ролик? Снимаем. Прикинь, смотри другой ролик. Плата, как у меня. Она находится под ним. Максим, а прикинь, сейчас ты смотришь другой ролик, а там челик вообще по-другому разбирает. Смешно. При этом нет. Извини, денег нету. Это наоборот хорошо, что нету. А то некоторые под, тут халпы. Иди работай. Я не понимаю таких людей, зачем он объясняет и при этом ролик ускоряет. А что, пока как ролик называется? Разъединяем плату. Напиши DualShock залипает стик. Вот верхний часть. Какое превью? Я знаю, какое превью. С ну что там, по-моему. Да. Максим, ты же сказал, что ты мой ролик посмотрел, короче, 7 минут, да? Тебе понравился, да? Не знаю, мне просто типа затянуло и все. Ну как сказать? Как сказать, я это смотрел, потому что это ты был и все. Ох. То есть, если ты бы не был Матвеем, я бы не смотрел это. Все понятно. Тогда я хам, все. Да. О, донат! В смысле, ага. Блин, тут я такой типа, а где? Ты думаешь, я настолько дебил? У меня же звуки в голове работают. Звуки в голове работают? Что? Ты не дал мне договорить, я робот. Я как будто с ума не схожу. Топников, можешь там вставить момент до, типа, ролик почти год назад, который, как вы, Матвей там, сервис какие? Блядь, тварь ебаная, попить свою мать, блядь. На тебе ещё. Чебурашка. Кстати, спасибо тебе за голову, этот. Халпа любит маму, да. Халпа любит маму, спасибо тебе за голову, и тебе развещу. Стоп, это ты медведь? Нет, я это дедок. Он старый просто. Ну заебал, вон Максим, дай ему пизды, пожалуйста, меня заебал. Он мой клан. Он твой клановец! Кикай нахуй этого дауна! Чего медведь, иди нахуй! Теперь еще втираешь. Все, медведь! Я медведь, ебаная брай, блядь, не догонит меня, сучка ебаная! А, соси хуй, не психуй! Бля, это пёрл улетит! Сетхом, блядь. Всё, ебать, сука. Ааа, ебись. Сука. Ебись, не психуй.
Стой, 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 я обещаю, твою мать, стой, я тебя не буду бить. У меня премиум, Максим, у меня премиум! О, стоп, топтиков, у меня премиум! Топтиков, кстати, у топтиков соточка. У меня премиум, Максим! Круто. У меня премиум. Подожди. Максим, у меня премиум! А, блин, дедок подает игроку халпу. Максим! Максим! Халпу. Я премиум! Халпа. Да пускай, кому? Я тебе скинул ТП, прими, дедок. Сейчас. Да меня убили, меня медведь опять забыл. Блин, я хочу топника вот тэпнуть. Бугамога. Лейден, прими ТП. Да я не могу, мне ПВП, вы глухие. О, привет. Отстань! Я только восстановился, блять. Да сука, серьезно, сейчас меня и изнасилуют, ну заебись. А что делает премиум? Здорово, топ. Напиши, а ты посмотри, напиши команду донейт. Нам все написано. Ну, а, да, сейчас. Набор премиум, смотри, что находится в ките. И который сейчас адекватно такой малый сидит. Что ты несешь? Тортик! Я боюсь это потом не собрать. Вот это самое страшное. Вот это прикол, ты его соберешь, он не работает. Пошел ты в жопу. Тросянус. Не, это еще не самое. Вот представь, не. Не, смотри, что самое смешное будет. Не для меня. Я его все почищу. Потом. Потом что? Потом я его соберу. Джойстик будет работать, а проблема останется. Ладно, геймпад типа... Ну, ты проблема, чтобы у тебя кнопка залипала, да? Я просто иду вперед, у меня персонаж заедает. А, да, у тебя на стриме была такая залупа. Я это даже недавно показывал, вот некоторые приходили. И впервые вижу в реальной жизни плату от Sony. Я просто вижу этот логотип Sony. Перед тем, как купить новое обновление Brawl Stars. Ага, блин, нашел, кому это рассказывать. Они, короче, вначале да на своем YouTube. Стоп, да слушай, ты сейчас офигеешь. На своем канале они делают, короче, Brawl Stars рассказывают, что в обнове будет. Знаешь, сколько там максимально онлайн был на стриме? Все, я уши закрыл. Так, все, я тут. 150 тысяч людей! Прямой эфир! Чего? Это мало! Удивил, блин. Кого мало? Чё, блядь? В Фортнайте было 300. У тракториста меня Фортнайт не заботит. А меня твой Brawl Stars. Сука. Или стоп, или там 500, что ли, тысяч, я не помню. Ну, чё, ну, пятерка там точность, ладно, плевать. Все равно дохерища. Он так это легко раскрыл. Я это никак не могу раскрыть. Сейчас ты легко раскрываешь и все. Просто оп и все. Давай, скини джойстик по почте, я его разберу. Так же, как ты починил свой PlayStation. А вот это, слушай, ты забудь. Не мог диск сраный запустить. Пошел нахер, там что-то сломано, дебил. Это называется руки у кого-то из жопы растут. Я столько этот PlayStation крутил, вертел, слава, ничего не было. Слава, запас весь у него закончился, а я... Кого, что ты несешь? Я его вертел туда-сюда и туда-сюда, нихера не работает. Зачем ты его вертел? Ну так вот, потом я положу книгу. Потом... Дебил. Потом я на него книги положил, как ты сказал. Ни хера не помогло. Я уже отчаялся, начал чистить диск со спиртом. Ни хера не помогло. Ты дебил, ни хера не помогло. А зачем ты диск спиртом вытирал? Ну так, ну так рассказывали в Ютубе. Вообще-то это нельзя делать.
Там еще тутер был, типа, надо лазер тоже спиртом почистить. Лазер, да, а именно диск нет. Да плевать, ей все равно ему пизда. Такой диск с царапинами. Почищу его лазером, гарантирую, царапины пропадут. А, не-не-не-не-не, наждачкой такой. Будет протирать еще, все царапины пропадут. Максим, обнатурь чисто наждачкой, просто чтобы царапины убрать, чисто все стереть, и царапин не будет. Слушай, пойду проверю. Спасибо технологии. Ой, технологии. А, ну да, технологии. Блин, еще пробовал чистить DVD-диск зубной пастой и содой. Это работает? Все, я пошел. Ах, подурок. Сам такая, дебил. Это мне говорит человек, который уже час не может гребаный джойстик разобрать. Блин! Кто-то там за 5 минут его разобрал, а я час. Да дура, ты час потеешь. А мне просто некоторые дебилы заговаривают. Да, сидишь да, при мне его, я стрим смотрю, дебил, как будто говорю, лапшу да уже вешаешь. Сидишь его вертишь в руках 500 минут. Сейчас вообще что-то бросил все и что-то дросишь там левой рукой. Да пошел ты в жопу, махсранская, ты макак, эти слова совсем не давали, потому что ты просто Петросян такой взрослый. Ну, нормальный чел, 15 минут, вот, ролик не ускорял, вот, нормальный чел. Так, 15 минут, да, ты уже час сидишь. Я только сейчас этот ролик нашел, мне можно. Убери, пожалуйста, руку из-под стола, тебя валяет, так смотрится. Серьезно? И в чем прикол? Да, такой щели под за одной рукой. Чисто листаешь порно с этой другой дрочишь. Да нет, я листаю ссылки в контакт группу ВКонтакте. Все понятно с тобой. Я так всегда сижу. Потому что куда мне вот так вот руку поставить? Я как будто за партой сижу. Да плевать, там... За партой. Максим. Стоп, зачем тебе там ручка, я не понял. Чё так легко все это было? Сейчас ты пробуешь и все. Я тебе серьезно. Максим, а почему, а чё у тебя ручка делает на столе, я не понял. Я думал, что она мне поможет. Чё, открутить болт? Ну, допустим, вытащить. Да! Максим, Technology Stunks! Смотрите, этому человеку 16 лет почти. Ой, 17. Так же, как вчера сделал. А почему у тебя на страничке 2003? Почему у тебя 2003 год, хотя ты старше меня, хотя я 2002 года? Да, да, скорее всего, буду менять. Я такой человек, которому скоро 16, и я такой чисто, которому в этом году 17, такой с лицом таким каменным. В смысле, мне уже 16? Блять. Я про себя говорю, блять. Пошёл в жопу, ты никому не нужен. Ёбаный Максим. Не может джойстик разобрать. Секунду, стой, Максим, секунду, нет, 10 минут назад сказал то, что типа это так просто, и сейчас, блядь, 15 минут не может отодрать плату. Согласен. А чё ты умничаешь? Давай, приезжай в Москву и сам попробуй. Да у меня джойстик рядом сидит, я его... Сидит, блядь, знаешь, покуривает. Он что-то обкурился и потом еще ко мне. Давай я по Дискорду с тобой буду. Да, в смысле, блядь, ты просто смешной. Блядь. Реально, 10 минут назад ты говоришь, типа, а это так просто. И тебе 15 минут проходит такой, ебаный рот, как это тратить. Он вытащил, это реально просто на вид. Ой, блядь.
нахуй его разбирать, я не пойму. Ты почистил DualShock 3, а не DualShock 4, он намного тут замороченней. Тут тачпад это, тут лампочки. Я вообще не понимаю, как туда пыль попадает, он же закрытый. Ты скажи так же, да. ты так же скажи PlayStation, он же закрытый, как он туда попадает. Там нет, PlayStation там есть, в PlayStation не есть кулер. Ну в джойстике, где он полностью закрыт, схуяли там пыль. В мониторе откуда пыль? Тоже мониторе... кулер есть? В мониторе нету, а нет, там сзади есть специально, чтобы типа вот эту залупу, там есть дырочки сзади. А, ты прошаренный, я уже думаю, откуда ты знаешь, что там они есть. Ну, блин, джойстики, как? Тему они меняет, тему меняет сразу, видите, он тему меняет. Значит, кого? Ему, значит, ему есть меняете? Что скрывать, он тему меняет. Что? Что? Что я сменил? Что я сменил? Это, Максим, покажи два пальца, чисто под ходу. Я спорю, я угадаю, скажи, сколько пальцев ты сейчас покажешь? Смешно. Давай. Два! Я Ванга, ту-ту-ту! А, кстати, а на стриме ты сколько показал? Два! Максим, покажи два пальца, я сейчас отгадаю, сколько ты покажешь. Два! Максим, покажи два пальца, сейчас я угадаю. Блин! Максим, мне кажется, ты до завтра будешь эту плату отдирать. Интересно, когда я его починю? Блядь. Мне кажется, ты чисто... Солнце, ты просто... Ты такой петросян. Мне кажется, ты закончишь где-то в 2021 году. Когда уже пятая Сонька выйдет, а потом... Да, сори! Кабан! Я понял, как ее вытаскивать. Опа. Алло, Матвей. Матвей. Слава, что ты сделал? Я ее снял. Чё? Что? Я ее снял. Я ее снял. Не по прошлой... Я ее снял по своему способу. А что ты сделал? Магию. Magic. Опа, стики! Я вас тут достал! Аллилуйя, ту-ту, аллилуйя! Ну все, Максим, как ты теперь его собирать будешь? Пошел ты в жопу. Смотри, вот у тебя там какая-то фигня залипала, ты как его будешь чистить? Пылесос. Бля, пылесос. Пылесос, потом я возьму водку, промокну. Водку? Ну, спирт нужен. Ебать, а я думал, пальцами достаточно. Опа. У меня правда, Максим, у меня сейчас самый главный вопрос. Как ты это, блядь, собирать потом будешь? А, не, вот серьезно, я вот сейчас продул, я увидел, как пыль сейчас пролетела. Я надеюсь, смотри, я включаю пылесос, и туда стики засасывается. И чисто все, да, ГГВП, сука. Не, а что если реально там что-то отошло? Пизда. Минус... Сколько ты его купил? Я... Это с плойкой шло. Ну, они 1500 где-то. Какой полторы? Три! Три, блин! Пошел нахуй, собирай его обратно, пока не поздно, блядь. Если уже я его весь разобрал... Блядь, то... нахуя, я бы... Ладно, клавиши... Это залипает, вообще похуй, блядь. Блядь, если не забудь, тут 3К, вообще ты Максим-то конченый, блядь. У меня второй геймпад есть. Да мне похуй, он 3К стоит. 3К, Максим! Блядь, ты в жизни столько не заработал! Заработал. Си... Ну ладно, похуй. На стримах. Так что... Сука, ну все равно обидно! 3К проебать, Максим, блядь! Собирай, пока не поздно, выбрасывай... Выбрасывай пылесос нахуй! Сейчас я отойду. Куда ты?
Ну все, ребят, я остался с вами. Как погода сегодня? Блять! Что там уродил, сука? Дебилой, ты что там роняешь, блять? Максим, кого ты там трахаешь? Ежедневный блог. Учимся простирать симкой. Только сегодня, только сейчас. Вы посмотрите. Максим! Максим! Макс! Ты что тебе надо? Отвали, я не знаю. Что ты там? Что ты там уронил, блядь? Я уронил сердце. Блядь! Максим, я тебе сказал пылесос нахуй выбросить, ты меня не смотришь, да? Пожалеешь же! Я уже вижу, блядь, как ты пылесосишь, его чисто плата засасывается. Запомни, пока я уронил сердце, Фейс уже уронил запах. Ау! Блядь, ау! Не-не-не, безумно можно быть первым! Блин, фига себе, вот это стики. Вот, блядь. Если купить геймпад, как он там называется? Похоже на сосочки. Так и есть. Поэтому их так и называют. У меня до сих пор твой ролик открыт. Да? Оу, туруту. Сколько там времени просмотров, мне аж интересно. Охуеть, 2 минуты. Чё, в топ никогда есть? Пойдем. Ай, я люблю. Играть в Майнкрафт. А еще я халпа, люблю играть в Brawl Stars. Люблю, да, это цена полного фарша, но не... Потому что я тут, и еще ты пошел в жопу. Нету рифма. Чё ты несешь, блядь? Я несу тортик. Скаф. Отгадай, сколько скаф стоит? 5 рублей. Он стоит 17 тысяч рублей. Это геймпад на PlayStation 4, то есть ты у тебя сзади накладки будут приятные, то есть у тебя руки не будут липнуть. Блять, прокладки, 17 тысяч, что? Смотри, чтобы заменить стик, тебе не нужно откручивать весь геймпад, ты просто вытаскиваешь стик и все, это как механика. Это как клавиатура механика, я тебе серьезно. Я ебал в рот, 17 тысяч этого казино, я ебал, что? Так, все. Бля, вырубай шарманку, придурок! Почему ты так бомбишь? Не вздумай пылесосить! Микрофон! Засосет! Микрофон! Понимаешь, у тебя сейчас засосут эти 3К, засосут! У тебя сейчас засосут 3К, придурок! Пошел взяться! Максим, блять, вырубай, пока не поздно! Шужу, ладно, Ultimate Production, ты не понимаешь всю суть? Блять, я, если я буду какую-то студию создавать, я зову, блять, Светлана, Ultimate Production. Блять.